Соревнования велогонщиков организованы по маршруту Кокшетау-Зеренда-Щучинск. Участники за два дня преодолели дистанцию в 200 километров на велосипеде. Самому молодому велогонщику 18 лет, самому старшему 70. Прежде всего, это пропаганда и реклама здорового образа жизни. Ну и во-вторых, раз мы с управлением туризма все это готовим вместе, то это прорекламировать нашу природу. И поэтому мы назвали наш маршрут «Золотое кольцо Синегорье». Один из участников соревнований – Анатолий Гонаго, которому исполнилось 70 лет. Этим видом спорта занимается с детства, стал бронзовым призером международного турнира 2019 года. Я на пенсии 7 лет и веду здоровый образ жизни. Это мне прибавляет, так сказать. Я получаю большое удовольствие от езды на велосипеде, зимой на лыжах. И у меня жена тоже катается. Она тоже 3 раза была на чемпионатах мира. В дальнейшем проведение таких велогонок планируется сделать традиционным. Зеринбек Калиева, Салтанат Бейсенова, Сабырбек Шериазданов, Алмаз Садвакасов, Кокши Ахпарат.